источник энергии, он, скажем, аккумулятор внутри, вот, но подсоединяется он к разным источникам в разное время, в зависимости от места, задачи. Вот сегодня, мне кажется, моей подзарядкой было то, что дома выключили горячую воду, я принимала холодный душ, оказывается, это супер бодрит, и ты думаешь, блин, почему я так не делаю постоянно? Я проспала. Может, часто так бывает, что звонит будильник, я его отключаю, и такая, еще 5 минут. И, ну, таких ситуаций прям не было, чтобы я жестко просыпала. Но бывает, там, что я на 15-20 минут могу проспать, и вот обычно тоже подрываюсь с такой мыслью, типа, я все пропустила. Такие приливы энергии у меня случаются практически ежедневно, когда вот я прям испытываю какой-то вообще экстаз, я прям чувствую, как у меня как будто кровь начинает быстрее циркулировать по организму. Я обычно что-нибудь в чат рабочий или куда-нибудь начинаю что-то писать капслоком, типа, а, ребята, прикиньте, там, я не знаю, мы что-то выиграли, или я придумала, или кто-то нам написал, или что-то еще. Вот, поэтому, да, это стопудово очень и физическое ощущение в теле, и такой прилив эндорфинов. Но и при этом всегда важно понимать, что у них есть как бы и обратная сторона медали, да, когда ты очень долго находишься вот в этом вау-состоянии. Я уже свыклась и уже тоже абсолютно нормально отношусь к таким штукам, как там серотониновые ямы. Раньше я не понимала, типа, в смысле, вот же, я была веселая, все было классно, что со мной случилось, я сломалась. То сейчас понимаю, что это, конечно, гормоны потрясающие вещи, да, и они имеют свойство скакать. Вот, поэтому даже к своим каким-то серотониновым ямам я отношусь очень даже спокойно, нормально, и просто понимаю, что это какая-то такая динамическая штука, после которой тоже будет подъем. Вот. У меня, честно говоря, целый список таких вещей, которые дают мне вдохновение. Ну, вот, наверное, из таких самых первых, которые приходят в голову, например, я очень люблю ходить в театр. То есть у меня так сильно отключается голова в театре, потому что это целый ритуал, да, тебе нужно приехать вовремя к 7 вечера. Там по-любому либо вообще не ловит сеть, либо тебя просят выключить телефон. Ты полностью погружаешься в какой-то сторителлинг других людей. И как-то вот в этом ты растворяешься, смотришь на то, как люди по-разному смотрят на жизнь, на решение каких-то проблем. Поэтому для меня театр — это такое место силы. Вот. Очень жду новый театральный сезон в Москве. Переменная постоянно — это про каждого из нас. У каждого просто свой такой темп этих перемен, интенсивность этих перемен, но это же остаемся мы, ну вот это же я, но при этом там, вот я волосы подстригла, да, вроде что-то изменилось. Вот. Поэтому, мне кажется, все вот эти маленькие изменения, они присутствуют в жизни каждого из нас, но мы остаемся собой. Вот для меня это, наверное, про что-то такое. Я точно, наверное, не тот человек, который в этом сезоне была с розовыми волосами, а потом я буду с галстуком. То есть нет, у меня есть какой-то такой мой стабильный вайб, который больше такой, мне кажется, про классику, про минимализм. И вот я чувствую, что с годами вот этот вайб, он только укрепляется. Но говоря про переменные, конечно, как любая, наверное, девушка, да, которая иногда может, не знаю, увидеть какую-то вещь, которая вроде бы вообще никак не подходит ей в гардероб, или это что-то для нее супер неожиданное, конечно, у меня тоже такие бывают покупки и вещи, но при этом мне это очень нравится. Наверное, вот опять-таки для меня вот эта визуализация переменная, постоянная, да, есть какая-то постоянная классная база, но при этом, мне кажется, так классно разбавлять их, дополнять какими-то яркими вещами, неожиданными вещами, вещами, возможно, одного-двух сезонов, да, но в этом тоже что-то есть. Мне кажется, это дает нам очень много вот как раз-таки этой энергии свежего, нового, пробовать что-то новое. Что такое
такой эксперимент. Это что-то, что выбивает тебя немножко из зоны комфорта, ты пробуешь что-то новое, не знаю, появляются какие-то новые нейронные связи, но в целом ты не чувствуешь вот этой стопроцентной уверенности, потому что ты что-то делаешь по-другому, ты что-то делаешь первый раз. Как будто ты должен иногда больше склоняться в сторону постоянства, да, чего-то постоянного, проверенного, того, в чем ты уверен. Но иногда есть такие моменты, где ты должен просто нажать педаль эксперимента и чего-то переменного в пол и получить какой-то вау-результат, вау-опыт. Ну вот, наверное, последнее время мы все часто с командой, с ребятами, партнерами говорим про то, что страшно не перестанет быть никогда. То есть такое ощущение, как будто когда ты в самом начале там, пути своего проекта, бизнеса, кажется, ну вот в самом начале страшно, первое время страшно, или там запускать первый проект страшно. На самом деле вот уж сколько ты проектов запускаешь и сколько бы опыта у тебя не было, наверное, вот страшно и волнительно не перестанет быть никогда. И, наверное, просто нужно перестать с этим бороться и пытаться этого страха избежать. Он на самом деле тоже дает где-то и эмоции, и энергию, и какой-то вайб классный. Точно, если говорить в контексте переменное, постоянное, да, то страх — это постоянная вещь, но ваше отношение к нему — это точно про то, что можно менять и перестраивать. Беру телефон и, не знаю, проверяю соцсети, отвечаю кому-то в мессенджере. Но иногда, когда я как бы ловлю себя на этом моменте, что я сейчас просто снова полезу в телефон, я просто на самом деле останавливаюсь и могу просто, не знаю, минуту смотреть в окно или писать кому-то не по работе, просто какую-то приятную вещь, не знаю, маме, папе, подруге, вот просто вне работы, просто как ты, что делаешь, то есть какие-то такие более спонтанные вещи или просто приятные вещи, которые порадуют и человека, и меня на самом деле, вот, поэтому, да, стараюсь не терять времени. У меня есть сумка, которую Женя подарил мне 6 лет назад, и это была такая, наверное, первая дорогая сумка в моей жизни. И вроде бы сейчас все постоянно говорят про ресейл, а мне кажется, очень классная штука, да, это немножко про коллекционирование моментов, эмоций, которые связаны с этими вещами. И, например, я вот представляю, что, не знаю, пройдет еще 30 лет, и я достану эту сумку и вспомню, не знаю, как мы ее покупали или где я с ней была. Вот, поэтому это тоже, наверное, да, про переменное и постоянное, что-то может меняться, но если есть какая-то вещь, которая хранит ваши какие-то классные воспоминания, эмоции, не обязательно ее продавать, сдавать или как-то утилизировать, если она для вас имеет значение. Не знаю, может, какая-нибудь футболка любимая. Это даже может быть какая-то супердурацкая вещь. Но вот мне кажется, что если она хранит какие-то воспоминания, ее надо обязательно сохранять. Вот.